стоматологу, это уже по откликам клиентов. Вот Таня уже вам ссылочку тут дала для восстановления песни зубов. Можете заходить смотреть. И третий сеанс, сейчас расскажу, это очень глубокий сеанс по восстановлению позвоночника и ствола мозга еще. Но что мне хотелось бы сказать вам, что на самом деле я советую вот брать три сеанса. Почему? Потому что таким образом вы сможете полностью поработать, проработать и устранить причины, даже те вот заболевания, которые, может быть, находятся на начальном уровне у вас, да, и вы, может быть, еще на физике их не ощущаете, вы сможете поработать с причиной благодаря последовательному работе с зубками, суставами, и уже дальше идет восстановление позвоночника и ствола мозга. Более глубокая такая сессия целительная, она там около 3 часов длится. Поэтому, конечно же, тем, кто сегодня присутствует, вы сделали инвестицию в себя, уже присутствовав здесь, и я обязательно даю скидку. Хотя эти сессии, они, стоимость их стоит 3500 рублей каждая, но для тех, кто присутствует вживую на моих мастер-классах, вебинарах, я, конечно же, всегда даю скидку. И эта скидка 50% будет для вас. Это для вас будет всего лишь 1750 рублей за один сеанс. Вы сами для себя уже выберете, что вам необходимо. Ну и, конечно же, вот по поводу тех людей, которые, про позвоночник скажу, хочу сказать самое важное, что вот для тех, кто хочет поработать целостно по всем направлениям и восстановить свою костную систему, приобрести 3 сеанса для первых 10 человек, которые зарегистрируются по ссылочкам сейчас, все это будет стоить всего лишь 4900 рублей вместо 10500. За все 3 целительные сессии вот такую цену я готова вам дать. И, конечно же, обязательно я даю мастер-класс в подарок, как восстановить силу рода. Потому что наши зубки и суставы обязательно связаны с той энергией и силой рода, от которой мы получаем подтычку. Если у нас там напряженности, это надо устранить, это надо убрать. Поэтому я даю вот такой прекрасный мастер-класс. Для вас это будет всего лишь 4900 рублей. Ну и в отдельности каждый сеанс будет 1750 рублей, если вы хотите с каким-то аспектом поработать сейчас отдельно. Или, например, взять для своего ребенка и сделать ему сеанс восстановления песни зубов. Вот таким образом. Заходите по ссылочкам, смотрите. Единственное, что... Еще обращаю внимание, что эти скидки, они не бесконечны, стоимость 3500 рублей, а скидка действительно в течение 72 часов для вас. Вы можете спокойно в течение 3 дней оплатить и получить эту скидочку. Вы заберете уже все материалы и видео сеансы, это запись, это видео сеанс, который в записи. Также еще в каждой сессии есть видео с тем, как подготовиться к сеансу, потому что подготовка, наверное, так же важна, как и сам сеанс. Без подготовки никуда. Там есть материалы, которые вам надо будет распечатать. Это все очень серьезно. Это, знаете, как вы приходите тоже в какой-то медицинский центр, и вам там делают процедуру. Вот точно так же вы будете делать процедуру благодаря этим техникам и методикам, энергетическим знаком, который я даю, вы будете делать для себя. Поэтому, ну там ничего сложного нет. Все очень просто. Вы сегодня сами поймете, почувствуете эти энергии, и будет у нас практика. Так, напишите, если есть вопросы у вас еще какие-либо. Немножечко еще, конечно же, времени мало, но скажу о позвоночнике. И пойдем к практике, да, хорошо?
Позвоночник – это вообще, конечно, очень самая важная, наверное, часть нашего тела. И на самом деле состояние позвоночника и ствола мозга связано еще и с нашей головой, да. И этот сеанс, он устраняет метафизические, психосоматические причины заболеваний позвоночного столба. В медитативной форме, в сеансе, мы прорабатываем наши совершенно нерассудочные эмоции и все деструктивные программы, которые когда-либо были заложены в нашем теле. И также деструктивные программы, которые могли быть из прошлых воплощений, которые были в перинатальном периоде и которые сейчас удерживают болезни в теле. Благодаря специальной технике, которую я вам дам, это техника, которая помогает создать баланс гравитации и левитации по всем уровням наших тел, энергетических в том числе. Также в сеансе я применяю протокол творения безупречной божественной магии, и будет проводиться работа с владыками света, а это ангельские ангелы, владыки света, которые отвечают за нашу нервную систему. То есть это ствол мозга, мы также работаем с нашей нервной системой. И именно эта практика была передана человечеству для исцеления и активации позвоночника и нервной системы. Эта практика была передана нам Альмин. Это есть такая Международная академия духовного мастерства, в которой я обучаюсь уже несколько лет. И эта практика передана была удивительной женщине, провидице, мастеру, бессмертному мастеру, которая вышла за пределы матрицы существования. И сейчас она существует в единстве, она в теле живет, но она является бессмертным воскресшим мастером. И она на самом деле... О ней говорят многие известные личности, как о величайшей, действительно величайшем мистике нашего времени, о человеке, которая передает очень множество сейчас знаний в новых энергиях, из ангельских высших сфер передает нам знания от истока, от божественного истока. Ее техники, практики, они неимоверно быстрые, эффективные и очень мягко и комфортно работают. Вот это то, что каждый человек, кто сталкивается с этим, он ощущает на себе. Вот в сеансе применяется именно вот этот протокол творения безупречной божественной магии. И я даю там очень много молитв, с которыми мы работаем по исцелению позвоночника и ствола мозга, нашей нервной системы. И в результате, конечно же, какой же результат мы получим? В основании нашего позвоночника есть змея спящая. Это наша творческая сексуальная энергия. Это энергия жизни. Да? Вот мы как бы пробуждаем эту энергию. И благодаря пробуждению энергии кундалини происходит устранение застойных явлений. Также практика дыхательная, которую я даю в этом сеансе, помогает нам сделать, распрямить праническую трубочку и позволить 96 наборам кодов, которые расположены как раз в копчике, подняться вверх к шишковидной железе. В этих кодах находится именно наш жизненный план. И, конечно же, шишковидная железа, активировавшись, когда происходит активация, то шишковидная железа, она нормально начинает производить гормон мелатонин, который нам необходим для долголетия, для молодости. И бонусом к этим результатам происходит и будет, конечно же, обязательно у вас обострение позитивного восприятия жизни, это уже по отзывам клиентов, улучшение работы основных органов чувств, и будет постепенно происходить
активироваться внутренние органы чувств, внутренние сенсоры их называют. Их в нашем теле 672. Это все ведет к раскрытию жизненного потенциала и полного самовыражения. Вот такие интересные... Да, Альмин, Светлана, да, правильно. Вот такие интересные побочные эффекты после этой практики. Это очень глубокая, конечно же, результативная практика. Но все зависит не... Знаете, вот мы привыкли надеяться всю жизнь на кого-то, и раньше... Вот в том трехмерном мире, в котором мы были раньше, мы привыкли к таким целителям. Да? Мы знали, что целитель поводит руками вокруг нас, и все, он нас исцелит, и вообще все будет хорошо. На самом деле-то мы понимаем теперь уже, что это исцеление было временным. То есть течение болезни замедлялось, приостанавливалось, но потом опять болезнь могла возобновиться. И очень часто так происходило. Сейчас в многомерности, когда мы уже существуем не в линейном времени, мы совершенно в новых законах сейчас находимся. Сейчас изменился закон вещества, изменился формула водорода изменилась, да, атом водорода уменьшился на 4%. Я думаю, может быть, вы знаете уже это. Поменялась вся физика, понимаете, что происходит? Сейчас целительство работает на совершенно ином уровне. И сейчас каждому человеку даются эти способности, способности к самоисцелению и способности к тому, чтобы запустить процессы саморегенерации в своем теле. И настоящие целители нового времени, они не... Целят уже руками, ладошками, да, давая какую-то энергию свою там, и забирая больную энергию, трансформируя. Нет, сейчас уже так не происходит исцеление. Понимаете? Настоящие целители, они дают знания человеку и помогают восстановить те способности, которые есть внутри нас самих. Вот что происходит сейчас. Вот это настоящие целители нового времени. Они помогают раскрыть эти способности другому человеку. Потому что сейчас время для раскрытия полного потенциала человечества. И тот, кто хочет, возьмет это для себя. Тот, кто не хочет, конечно, он не воспользуется. Это его право, его решение. Поэтому и такое же и ваше решение, и ваше право. Вы можете либо взять, либо не взять. И в этих практиках мы работаем осознанно со своим сознанием, концентрируя сознание на определенных аспектах, которые мы задействуем. Вот таким образом происходит исцеление. Конечно же, также в этих практиках еще я даю уникальные музыкальные эликсиры. Это такие музыкальные частоты. Это уже доказано, да, что есть частоты определенные, которые содержат вибрации целительные, и они исцеляют. Так вот, я даю для каждого сеанса специальные музыкальные эликсиры. Эти эликсиры, кстати, тоже созданы были Альмин, и она работала с этим на протяжении 15 лет. Длились исследования, и потом в результате было все-таки записано в студии вот эти композиции в высоком качестве. Это не качество YouTube, это самое главное, да. То есть вот если вы уж решили заниматься звукотерапией, да, исцеление звуком, как это сейчас называют, то занимайтесь этим в качественной записи, ни в коем случае не в записи YouTube. Это надо слушать на хорошей частоте и в хорошем качестве, и обязательно в наушниках. Я даю такие музыкальные эликсиры для каждого сеанса отдельно. Так, Таня, вот уже ссылочки. Она восстановление песни зубов, восстановление 13 основных и еще на позвоночник, пожалуйста. А, вот позвоночник вижу. Угу. И сегодня наша практика, она как раз будет в этих, в новых энергиях.
в исцеляющих энергиях Беллапата. Беллапата в переводе с ангельского языка – это исцеление через сердце. И задействованы четыре основных энергии – вибрации, доверия, любви, благодарности и хвалы. Здесь вы видите символы, да, такие интересные символы, которые содержат частоты, вибрации, энергии доверия, любви, благодарности, хвалы. Если есть еще у вас вопросы перед практикой, можете задать мне вопросики. Обязательно попейте воды, потому что перед энергетическими практиками и после надо пить много воды. Для того, чтобы наши органы омывались, системы. Наша физика сейчас меняется. В 2013 году уже опубликовали это открытие. Долго ученые спорили, долго проверяли. Около 5 лет шли эти споры, и потом в результате было обнародовано, что атом водорода уменьшился на 4%. Из-за этого поехала вся физика, вся материя. Поэтому процессы, которые в нашем теле происходят, они тоже происходят по-другому. Но об этом я в другом мастер-классе рассказываю, так что приходите. Так, но если вопросов нет, тогда напишите мне, пожалуйста, в чате, готовы ли вы уже к практике, пойти в практику, и мы начнем. Если готовы, поставьте цифру 10. Угу. Только 2 готовы у нас. Так, Светлана еще готова. Угу. Ну, значит, уже вижу. Воды попили, немножко оживились. Ну, спасибо. Так, готовы. Хорошо, спасибо за отклик. Ну что ж, начинаем. Сейчас вы видите уже перед собой вот на экране символы 4 основных энергий, в которых происходит исцеление, Беллапата, исцеление через сердце. Это не просто наше физическое сердце, это высшее сердце, это область нашего высшего сердца, которая находится в центре груди, вот за грудной костью. Да? Это 8-я чакра, это 8-я объединенная чакра, которая активируется сейчас у каждого человека, у кого-то позже, у кого-то раньше, все мы на разных ступенях сейчас духовного развития. Эта чакра, она активируется. И вот благодаря слиянию всех 7 чакр происходит активация и раскрытие высшего сердца, 8-й чакры. И, наверное, вы также знаете и слышали информацию, которая уже подтверждена учеными, что наше физическое сердце также имеет нейроны, да, как и мозг. Физическое сердце имеет нейроны, то есть умеет думать, то есть у него есть разум. И можете сейчас закрыть глаза и начинаем дышать. Делаем глубокий вдох. И медленный выдох через полуприоткрытый рот. Глубокий вдох. Медленный выдох. И с выдохом уходит все напряжение из вашего тела. Напряжение покидает ваше тело. Расслабляется кожа головы под волосами.
Расслабляются мышцы лица. Расслабляется кожа вокруг глаз. Расслабляются мышцы вокруг рта, подбородок. Расслабляется шея. Расслабляются плечи. Волна расслабления проходит сверху вниз. Дышите. С каждым выдохом напряжение покидает ваше тело. Все то, что вы накопили в течение сегодняшнего дня, этой недели, все это уходит из вашего пространства, расслабляется ваша правая рука до самых кончиков пальцев. Расслабляется ваша левая рука до самых кончиков пальцев. Расслабляется спина, каждый позвоночек растягивается. Расслабляется грудная клетка, все органы внутри. Расслабляется брюшная полость, все органы внутри. Кожа, мышцы снаружи. Расслабляются ваши бедра. Волна расслабления проходит сверху вниз. Вам хорошо и комфортно. Расслабляются ваши бедра. Расслабляется левая нога до самых кончиков пальцев. Расслабляется правая нога до самых кончиков пальцев. Вы чувствуете себя легкими, флюидными. Как будто бы нет границ у вашего тела. Дышите, вдох и медленный выдох. Вы полностью расслаблены. И сейчас осознанно своим сознанием опуститесь внутрь своего естества. В глубину своего высшего сердца, в ту область, которая находится в центре груди, за грудной костью. Вы своим сознанием опускаетесь туда, в чакру вашего высшего сердца. Вы как будто окунаетесь в теплое, бесконечное пространство, наполненное светом. Это ваше высшее сердце. И сейчас ваше сердце наполнено энергиями доверия, любви, хвалы, благодарности. Вы открыты всем ресурсам и возможностям Вселенной. Вы в доверии, любви, хвале, благодарности. Дышите. Ваше сердечное пространство расширяется еще больше. И вы чувствуете, что вы становитесь настолько большими, что вся комната уже внутри вас. Вся комната, в которой вы находитесь, внутри вас. Вы расширяетесь еще больше.
И вот уже весь дом, в котором вы живете, внутри вас. Дышите. Вы расширяетесь еще больше. И вот уже внутри вас весь город с улицами, площадями, кварталами, домами, озерами. Весь город внутри вас. Вы расширяетесь еще больше. Ваше сердечное пространство расширяется все больше и больше. И вот внутри вас уже целый континент, целая страна, вся планета, все это внутри вас. Вы расширяетесь еще больше. Вы проходите мембрана за мембраной, и внутри вас уже вся солнечная система. Солнце, луна, планеты, звезды, все это внутри вас. Вы расширяетесь еще больше, и внутри вас уже сотни галактик, сотни солнц. Тысячи и миллионы звезд, весь космос находится внутри вас. Вы есть сознание, наложенное на все. Вы вечны. Вы бесконечны. Вы сияющее божественное существо. И сейчас с позиции этого божественного существа, сознания, наложенного на все, мы отменим любое дурное намерение, которое когда-либо было совершено в отношении вас, кем-либо или вами самими. Схема плохого намерения отменяю. Заклинанием паутины вспять направляю. Вернет назад энергию, потраченную мне. Взамен благословение потечет ко мне. Пусть нарушатся планы всех и каждого поползновения, задача которых нанести вред и стать причиной моего падения. Сейчас вы можете произносить про себя или просто слушать молитву на английском языке. Шпак барек, минхур эштра баравек, керенак серту эсвезби, кланек неспа, клихур эсет ретви. Да будет так. И также я сейчас произнесу молитву на возвращение утраченной энергии, и вы можете мысленно или вслух повторить эти слова. Здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу Божественный Источник, мое Высшее Я, ангелов-хранителей и высших существ света, вернуть мне всю силу и энергию, которая была забрана у меня другими людьми и мной самим через ситуации обмана, несправедливости, обиды, зависти, вины, стресса, стыда, депрессии, гнева или насилия с момента моего рождения и по сегодняшний день.
мысленно. Отметьте момент своего рождения. По сегодняшний день, 17 ноября 2016 года, я прошу Божественный Источник очистить эту энергию и довести до совершенства, и вернуть ее мне в уместной форме, в уместное время, направив на мое развитие, духовный рост, здоровье, процветание, радость. Да будет так. Аминь. Сейчас, находясь в энергиях любви, благодарности, хвалы, доверия, позвольте вашим пространствам открыться для того, чтобы трансформированная энергия смогла вернуться в ваши поля, в ваши энергетические пространства. Пребывая в состоянии открытости, наполненности, понаблюдайте сейчас за своими ощущениями. И сейчас, запустив механизм, этот механизм, мы также работали с ангелами, и ангелы будут проводить свою работу в течение ночи, этой ночи и последующих, если это потребуется, для того, чтобы происходил возврат утраченной энергии. Почувствуйте, что сейчас происходит в ваших пространствах, в вашем теле. И напишите сейчас те из вас, кто уже возвращается, кто проснулся. Кто получил свое озарение, почувствовал вибрации, тепло в теле. Может быть, могут быть вибрации достаточно такие ощутимые в центре ладони, в руках, в стопах. Почувствуйте вот прилив этой энергии. Прекратятся боли. Если у вас были на момент вот, начала вебинара были какие-то болезненные ощущения, то сейчас все у вас должно пройти. Поделитесь, пожалуйста, этим в чате. Можете возвращаться в свою комнату, в ваше жилье, в ваше пространство. Эта практика, несмотря на то, что она была очень коротенькая, вы просто, вот задача ее была запустить вот эти процессы возврата утраченной энергии и отменить все дурные намерения, которые были против вас, против вашей воли наложены, или, может быть, вами самими по незнанию. Так, Света пишет, зевала слезы, тепло по телу. Ну да, зевота однозначно, это очищение от токсинов, слезы это тоже очищение, чистка вот прошла, и тепло по телу, то есть энергетика, вот энергетика восстановилась. Вот несмотря на то, что практика была такая коротенькая, да, мы глубоко не опускались, вот все-таки мы работали с вами через вот сердечный центр, через высшее сердце, через энергии доверия, любви, хвалы и благодарности, это энергии Беллоспота, целительные. Благодарю, Анна, Наташа, благодарю, сильное расслабление, тепло. Но еще бы, напряжение все должно было вас покинуть. Все болевые синдромы, все это должно было уйти сейчас.
Наташа пишет, была зевота, сейчас легкость в теле, расслабление. Спасибо, Наташа. А у меня еще больше стало болеть шея, плечо. Ира, вот смотрите, это говорит о том, что действительно у вас там реальный конфликт между тем, как вы хотите жить, и тем, что имеете реально в жизни. Вам надо на это обратить внимание. И, конечно же, я вам советую практику по суставам обязательно, потому что мы, когда работаем с суставами, шейные суставы, то у нас просто вот идет глубочайшая проработка, там мы в медитативной форме прорабатываем определенные эмоции подавленные, которые там накоплены, плотности. С этим надо работать. Поэтому я вам советую по суставам сеанс обязательно, чтобы шейка ваша нормально функционировала. Алена, вибрации в руках, тепло. Ноги горят, Лидия пишет. К какой религии вы имеете отношение? Валерия, ну да, этот вопрос, вообще вопрос о религиях, конечно, нам желательно не затрагивать, да, но я вам так скажу, что я была, как бы, да, вот и обучалась, и я где-то начиная с 18-19 лет, вернее, я очень увлекалась вообще библейскими учениями, Библией, изучала Библию, изучала историю израильского народа, Израиля и так далее. Около 10 лет я этим занималась, поэтому я знаю много достаточно религиозных течений, учений и отношусь к этому спокойно. И я вам скажу так, что мой эгрегор, это и не эгрегор, не православный, не израильский эгрегор, потому что, ну, я не отношусь ни к какому-либо эгрегору религиозному. Вот это я вам могу точно, совершенно точно ответить. Хотя, конечно же, верю в Творца и в Бога. Просто я считаю, что религии, они все религии, буквально все религии, они основаны на страхе и на манипуляции сознанием людей. Это не значит, что те, кто, да, священники, вот они все плохие и так далее. Нет, там есть очень искренние люди, очень знающие, очень чувствующие. Вот. Но религия — это не мой конек. Благодарю за ваши отклики. Так, я тут что-то ушла, у меня куда-то ушел. А, Валерия, я это хотела услышать. Я ответила на ваш вопрос, да? Спасибо. Хорошо, я поняла. Так, Ирина, поняла, а то я так мучаюсь. Ира, что вы поняли? Подождите, в чем вы мучаетесь? Вот это я немножечко не поняла. Ира, напишите, пожалуйста, поконкретнее. А, это я вам сказала по суставам, шею, да? Да, обязательно, там шеи, мы очень хорошо работаем с шейным суставом. Угу. У вас там специальные символы будут. Мы работаем там, тальтекская церемония, очень глубокая и очень эффективная. Ну, они знали, как это делать, и на самом деле вся эта память есть у нас, и все эти знания есть у нас. Мы просто почему-то, многие пока еще не верим, что это все содержится в нас, и что все ответы есть в нас самих, все знания. Ну что ж, спасибо вам за ваши отклики, за то, что вы вот прочувствовали эти энергии, теперь уже можете свободно принимать решения и приобретать сеансы. И единственное, что, конечно же, хочу сказать, что тот, кто уже зарегистрировался по ссылочке, вот это регистрация, а дальше просто в течение 3 суток вы сможете оплатить уже любым там способом, удобным для себя, да. Хочу сказать, что вот тот, кто приобретал все 3 сеанса, что интересно, ну, мало того, что сразу я добавляю вас в наш закрытый чат, в закрытую группу в Скайпе, где постоянно есть связь со мной, и я всегда отвечаю на вопросы ваши, потому что я не могу оставить человека вот так вот, да,
в неведении мне нужна связь с человеком, чтобы знать его результаты. Да? Конечно же, я же собираю ваши отзывы. Поэтому у нас есть специальный чат для тех, кто приобретает 3 сеанса, и вы постоянно будете со мной на связи. Также там в чате есть еще много происходит интересного, но это сюрприз. Это сюрприз как раз для тех, кто будет приобретать все 3 сеанса по этой скидочке. Скидка действительно, сразу предупреждаю, только 72 часа. Вот это огромная скидочка. Но по реквизитам, по оплатам тоже вам сейчас, я так думаю, Татьяна объяснит. Там без проблем вы выберете то, что вам удобно. И если вопросов больше нет, я тогда, наверное, уже буду прощаться, потому что у нас следующий спикер. А Светлана, благодарю. Благодарю за отклик. И, конечно же, до следующих встреч. Всем пока. Друзья, подошло к концу выступление нашего первого спикера. Я думаю, что вы все очень остались благодарны Ольге. Давайте ее поблагодарим за ее интересное выступление, за важную познавательную тему для нашего здоровья. Давайте поблагодарим Ольгу аплодисментами в виде восклицательных знаков или каких-нибудь других. Я думаю, что вы получили истинное удовольствие от всего того материала, от тех знаний, которые она сегодня вам предложила. Да. Итак, сегодня нам Ольга предлагает 3 вида целительных сеансов. Первый – это восстановление песни зубов. Я сейчас еще раз быстренько пробегусь по этим ссылкам. В принципе, она делает очень интересные предложения. Либо у моих предложений 2. И способы приобретения тоже 2. Это приобретение каждого в отдельности. Вот сейчас я их сброшу в чат. Каждый в отдельности сегодня предлагается вам с 50% ссылкой, и стоимость каждого целительного сеанса 1750 рублей. Но проходите, пожалуйста, по ссылке, смотрите, делайте заказ. Я сейчас открою, когда сброшу, и еще раз пробегусь. Потому как оставить заказ и сделать его. Итак, значит, у нас сегодня 2 вида приобретения данных сеансов. Либо вы приобретаете каждый в отдельности. Цена 50% скидка 1750 рублей. И очень ценное на сегодняшний день предложение. И я думаю, что есть смысл оценить весомость этого предложения. И весомость заключается в следующем. Вы приобретаете все 3 сеанса, и стоить они будут 4900 рублей. Но мало того, что вы получаете эти 3 видеосеанса в записи, вы получаете видео, как подготовиться к сеансу. Также вы получаете как бонус бесплатный мастер-класс, как восстановить силу рода. И также, если вы приобрели 3 сеанса, вы добавляетесь в закрытую группу в скайп-чате. И еще есть сюрприз, про который Ольга не сказала, но главное, что стоит обратить на то внимание, на то предложение, которое она сегодня делает. И если вы сделаете заказ как на отдельный целительный сеанс и сразу на 3 вместе, то эта цена действительно в течение 3 дней с момента проведения нашего вебинара. То есть где-то до воскресенья 21.30 проплата считается действительной. И для тех, кого заинтересовало данное предложение,
вы можете написать сейчас в чате, какой вид оплаты вам наиболее подходит. Там достаточно много вариантов оплаты, я уже прошла, посмотрела. Там и Яндекс.Деньги, и Приватбанк, и Western Union, и Киви, и Золотая Корона, Сбербанк и другие карты других Сбербанков. То есть там достаточно большой перечень реквизитов. Я думаю, что вы всегда выберете для себя то, что вам подойдет. И также давайте еще раз пройдемся по ссылочкам. Целительный сеанс восстановления песни зубов. Эта целительная сессия поможет восстановить здоровье зубов, тем самым очистив тягостные воспоминания и кармические напряжения по роду. Эта техника устраняет скрытую агрессию в наших телах и зубных полостях. Медитативная работа со знаками устраняет любую подавленную агрессию. Этот метод очень хорош для снятия обостренной чувствительности зубов и перед визитом к стоматологу. Еще раз пройдите по ссылочкам, посмотрите, насколько важна для вас данная информация. Я думаю, что если вы присутствовали на данном вебинаре, на данной теме, пришли именно к данному нашему спикеру, для вас эта тема была чем-то важна. И для вас главное выбрать то, что вас сейчас беспокоит, какие вопросы стоят у вас, вопросы для вашего здоровья. Так что, пожалуйста, ищите ответы в тех исцеляющих сеансах, которые сегодня предложены. Итак, целительный сеанс восстановления песни зубов. Посмотрели, переходим к другому. Так, сейчас. Восстановление 13 основных суставов тела. Давайте тоже пройдемся по ссылочке. Что мы здесь увидим? Главная цель – это убрать напряженность в 13 основных суставов тела и устранить реакции защиты и сопротивления жизни. Так. Благодаря работе с энергетическими дисками и медитативному усвоению озарения для каждого сустава мы удаляем из них различные плотности и блокировки. В результате получаем в теле текущую структуру бесформенной формы и при этом получаем свободу от боли, легкость и гибкость. Это я просто говорю о том, что вы получите в результате, если вы приобретете эту целительную сессию и пройдете ее. Далее. Исцеление и восстановление позвоночника и ствола мозга. Давайте также пройдем по этой ссылочке. Что здесь мы увидим? Этот сеанс устраняет метафизические и психосоматические причины заболеваний позвоночного столба. Благодаря специальной технике создается баланс гравитации и левитации по всем уровням тел. Так, вот. У нас 96 кодов, и они находятся внизу в позвоночнике. И проработка этих кодов выводит нас на новый жизненный план. Что ведет к раскрытию вашего жизненного потенциала и полного самовыражения. Поэтому, пожалуйста, выбирайте один из предложенных или все вместе целительные сеансы.
Каждый в отдельности для вас будет стоить 1750 рублей при оплате в течение 72 часов с момента сегодняшнего заказа. Для того, чтобы оформить форму заказа, вы должны оставить ваше имя, фамилию, e-mail, телефон и нажать на кнопочку «Отправить». Далее вы выходите к реквизитам для оплаты, выбираете тот, который вам наиболее подходит. Там очень много реквизитов, практически столько же, сколько у нас в нашем продюсерском центре, добавить нечего. Поэтому выбирайте то, что вам предложено, и думаю, что вы найдете то, что вам наиболее подходит. Так, что еще бы я хотела сказать? Еще давайте я вам все-таки сброшу наши скайпы. Скайп Галины Проспертес. Вдруг будут какие-то вопросы, в рамках данного мероприятия все вопросы к нашему спикеру через нас. Это я каждый раз так говорю. И еще сброшу адрес нашей почты, куда вы также можете задать вопросы, которые вас интересуют. По поводу оплаты и приобретения предложенных для вас продуктов. Так, еще по нашему, еще по записи. Запись будет состоять из двух частей. Я тут выходила из комнаты, у меня тут что-то были неполадки в скайпе. Но, может быть, мы соединим запись. Ну, в общем-то, запись может быть с небольшим разрывом. Ну, по техническим моим тут неувязкам, это я просто предупреждаю. Но, в принципе, в основном весь материал записан. Так. Нет, там будет даваться просто, сейчас скажу. Будет даваться видео, как подготовиться к сеансу. Дмитрий. Будет дано видео, как подготовиться к сеансу. Это тогда, когда вы приобретаете все три этих сеанса. Так, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Итак, сегодня нам Ольга предложила два вида приобретения целительных сеансов, либо каждый в отдельности по цене каждой 1750 рублей с 50% скидкой, или все три сеанса за 4900 рублей, но при этом еще даются бонусом мастер-класс «Как восстановить силу рода» и видео «Как подготовиться к сеансу». Также, если вы приобретаете три сеанса, то вы добавляетесь в закрытую группу в скайп-чате. И еще, она обещала сюрпризы, о которых сейчас умолчала. И все эти цены действительно в течение 3 суток с момента заказа. Поэтому, пожалуйста, подумайте, насколько интересно предложение. Я, в общем-то, думаю, что интересно. Как, впрочем, вчера тоже было одно очень интересное. И некоторые растерялись. Так что вы не теряйтесь, предпринимайте что-то. Есть время, и вы получите запись. Кто получит ее по почте, а кто-то ее заберет в наших группах, в нашем скайп-чате. Там тоже будет как ссылка на видео, так и ссылка на эти целительные сеансы. Как всегда хочу сказать, утро вечером мудренее, вы принимаете свое решение. Итак, я думаю,